Вот такой мусор получился после корчевки поросли. И ДТ-75 пробует это все убрать. Позбивать на куче для дальнейшей перепалки. Это поросль алычи. Вот такие кучи получаются. Большой риск проткнуть радиатор. Наварили, конечно, защиту. Пока еще не проткнули, но риск большой, ветки торчат. Ну а по-другому никак. Участок был очень грязный, поросль была сплошная. Затем кучи можно сжечь по возможности, а остатки уже убрать либо погрузчиком, либо вручную по обстоятельствам.